Со мной рядом стоит замечательная певица, талантливая, красивая, молодая. И зовут ее певица Истома. Прошу любить и жаловать. Здравствуй. Всем привет. Скажи, пожалуйста, сегодня на этом десятилетии «Шаг со звездой», что бы ты хотела сегодня, какую премьеру предоставить? Ну, вообще, я хочу сказать с самого начала. Я записала 6 авторских песен, сняла 2 клипа с участием звезд эстрады. Это с Андреем Алексиным и Ромой Жуковым. Вам представлю. Вот, называется «Любовь соединяет» и «А мне так нравится». А также я еще хотела поблагодарить за поддержку, кто снимался в моем клипе. Очень им благодарна. А также я еще хотела поблагодарить Сергея Филимонова. Я участница проекта «Шаг со звездой». Благодаря ему сегодня все собрались. И будет сегодня презентация моих клипов. Ну что ж, Сергею Филимонову огромное спасибо за то, что он позволяет молодым талантливым артистам заявлять о себе более полно, более красиво, я бы даже сказал, более профессионально. Вот певица Истома – это как раз один из таких важнейших проектов. Думаю, что большое плавание такому красивому кораблю. Ну, я в этом не сомневаюсь. Можно не волноваться. Ну главное – желание, стремление и все. Ну что, друзья, смотрим клип.